Интересный вопрос. Айнура из Алматы спрашивает, а существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Может быть? Очень интересно. Нет. Такое понятие дружба? Нет, не существует. Нет такого понятия? Дружба может существовать только между однополыми существами. Потому что если ты говоришь о том, что самое большое влечение сексуальное, то как же может быть, что значит, оно самое большое, значит, выше дружбы. То есть оно обязательно будет давить дружбу к какому-то определенному виду. То есть дружба – это тоже какой-то вид наслаждения, сексуальное, но да, выше, то есть, поэтому… подчиняться в итоге. А что значит тогда муж и жена и духовное присутствие между ними? Это что такое? Духовное присутствие – это если они между собой соединяются духовно, между собой, то тогда они между собой могут раскрыть Творца. А, есть такое, что мужчина и женщина могут между собой… Но это не мужчина и женщина, это муж и жена. А, муж и жена.